Интересно коллектив в том плане, что все участники его дети одной семьи. Это довольно-таки известная семья в Петербурге, семья Алексеевых. Они владеют очень многими инструментами и также пришли ко мне учиться на народные инструменты. И мы изобразим вот такой семейный ансамбль. Итак, спасибо. На сцене коллектив народных инструментов «Русская жемчужина», Санкт-Петербургского государственного учреждения, подростковый молодежный центр «Мир», руководитель Кузнецова Полина Евгеньевна. Пожалуйста. Большая просьба.